Всем привет! Сейчас я нахожусь около Балатовского парка в районе улицы Космодемьянской. Вот эта улица уходит вдаль. Тут Подлесная. Вот здесь я уже снимал эту дорожку, которая идет вдоль Подлесной. Вот, а сейчас я пройдусь туда, дальше в лес. Здесь относительно новая дорожка проложена, асфальтовая. Это в последние лет 5, наверное, ее проложили. Вот раньше люди очень часто переходили дорогу здесь, вот как раз в этом районе, и шли в лес. То есть там недалеко протоптана тропинка уже довольно давно. И недавнее время здесь решили все-таки проложить удобную дорожку. Вот сейчас я по ней прогуляюсь. Вот. Вообще, если идти прямо по этой дорожке, можно идти очень-очень долго и выйти на другом конце парка в районе Балатова. Это одна из самых длинных дорожек парка, но не самая длинная. Самую длинную дорожку я не так давно снимал. Она идет в широтном направлении с востока на запад, ну или с запада на восток, от улицы Встречной и до шоссе Космонавтов. Вот, и она длиной около 3 километров, 2 километра 800 метров. Вот самая длинная прямая асфальтовая дорожка. Вот это дорожка, по которой я иду от улицы Космодемьянской, от Паркового. Она, ну, как бы, можно сказать, вторая по длине. Тоже длинная, но покороче. И кроме этого, здесь есть участок посередине, не заасфальтированный. То есть сейчас вот асфальтовое покрытие, потом грунтовка, просто тропинка, потом снова асфальт будет. Вот эта дорожка идет уже с севера на юг, или с юга на север, кому как нравится, кто в каком направлении движется. Вот, ну, тоже делит парк на две части, но неравные части. Одна поменьше, другая побольше. Восточную и западную. Сейчас я выйду к главной развилке, к самому большому перекрестку парка, откуда можно пойти в 5 направлениях.
это самая большая развилка. И направо-налево идет главная аллея. Тоже я ее снимал уже. Вот там, в том направлении кафешки, аттракционы. Вот туда парковый. Вот дальше. Туда нет. Прямо. Вот если пойти сейчас не прямо, а чуть направо по асфальтовой дорожке, там будет недалеко прудик, ручеек. И дальше можно будет выйти на вот эту вот самую длинную дорожку, про которую я говорил. Вот, ну, это направление такое довольно извилистое. Вот, и тоже я недавно по нему ходил, снимал. Вот, ну и осталось у меня от этого перекрестка пройти как раз вот прямо. Вот оттуда я вышел, от улицы Космодемьянской, вот Подлесной. И сейчас пойду сюда, прямо. Буду продолжать двигаться прямо. И вот здесь уже просто тропинка. Просто тропа, грунтовая дорога. Вот недавно дождик прошел, вот, поэтому здесь, когда особенно большие сильные ливни идут, или частые дожди, бывает местами трудновато пройти из-за луж. Надеюсь, что пройду сейчас. И вот здесь есть еще прудик. Вот когда я показывал вот ту асфальтовую дорожку, вот перекрестка, которая шла, значит, если по ней идти, там тоже можно выйти к пруду. Но вот здесь вот это все связано, это система этих водоемов. Вот и вот из того пруда, сейчас я приведу. Вот отсюда, из этого пруда, вода перетекает туда, по трубе. Тут вот тоже сделана дорожка для удобства, поверх, значит, асфальтирована. Под асфальтом труба, через нее вода перетекает. Вот, так вот, из этого пруда вода дальше протекает. Там вот тоже немножко прокопана такая канавка, канальчик. И дальше опять еще один прудик. Там дом бобра называется. Вот тоже видео есть у меня. Ну и дальше там тоже этот пруд переходит в ручеек, и там где-то заканчивается недалеко. Вот, ну здесь людей меньше ходит, поэтому вот здесь, в отличие от того пруда, как-то уточек особо не наблюдается. Но должны они быть где-то. Но не в таком количестве, конечно.
Вот сюда вода перетекает. Дальше тут не пройти в кроссовочках. Вот, ну в общем, туда дальше вот в том направлении течет этот ручеек. Вот. И там снова прудик. Ладно, сейчас я не пойду. В следующий раз как-нибудь сниму эту систему. Вот. Сейчас я дальше пойду по тропинке. Прям посреди воды деревья растут, березы, как будто прямо из воды выходят. Здесь заканчивается.
много листочков упало с деревьев, которые в тени стоят. Вот. А на открытом пространстве еще все деревья зеленые, все листья зеленые. Вот, а здесь очень много уже опавших. Вот здесь как раз такой участок, где вода плохо просачивается. Тут еще тень постоянная и испарение низкое. Поэтому чуть дождик пройдет, и тут уже все вода скользкая. Здесь, кстати, всегда тень, прохладно, даже в самую жару, в жаркие дни. Сюда, если зайти, да, плюс 30 вокруг, сразу ощущается такая свежесть. Вот если бы здесь еще асфальт проложили, вообще было бы замечательно.
прям само собой напрашивается вот это направление, эта часть, чтобы ее заасфальтировали. Все, вот здесь заканчивается эта грунтовая часть, наконец-то. Тут какое-то благоустройство идет активно. Вот, и я вышел на перекресток, и как раз вот направо-налево идет эта вот самая длинная дорожка, про которую я говорил раньше, трехкилометровая. Вот туда, там
Встречная улица и Кондратова. Вот, а туда, там Балатова и больничный городок. Вот, улица Братьев Игнатовых в том направлении. Вот. Тоже у меня эта дорожка снята. Вот, ну продолжим вперед идти. Вот здесь опять начинается асфальт. И вот это вот направление, оно уже тоже было довольно давно сделано. То есть тут асфальт был уже давно проложен, еще в советское время. Ну, конечно, он тут в последние годы, там в 90-е, в начале 2000-х, совсем был разбитый. То есть тут прям были все бугры, трещины. Прям можно было ногу подвернуть. Вот, ну и хорошо здесь как раз это года 3 назад, наверное, 4, тоже вот совсем недавно заменили покрытие. Все ровненько сделали, удобно. Какая-то канавка, похожа на русло ручейка. Ну, вот, сколько я помню, тут такого не было. Или я не обращал внимания. Вот, вот эти вот ограждение недавно сделали, поставили. Догоняем. Смотри, аккуратнее.
Вот здесь мне нравится то, что вот в этой части парка такой очень густой лес, прям густой с обеих сторон. Деревья нависают. Вчера? Сегодня. Вот и здесь такое ощущение, что идешь в каком-то зеленом туннеле. Так вот сверху деревья нависают, кроны с обеих сторон. Не знаю, чудо. Купишь бейджик? Вот, вот сюда, вот в эту сторону. Здесь раньше не было асфальта. Вот здесь был, если прямо идти. Вот и здесь, вот как раз когда тут меняли полотно, здесь заодно и
налево тоже проложили дорожку. Ну, она там чуть дальше выходит из леса. Тоже труба для ручейка. Ну вот все, вышел я из леса и оказался на шоссе космонавтов в Балатово. Там чуть левее, там улица Леонова, там где светофоры. Вот, а там Дениса Давыдова, там ДК дом, дворец спорта Сухарева. Вот, то есть так быстро можно дойти по прямой от Паркового до Балатова. Вот, все, ну вот эта дорожка, она вдоль леса идет.